просто унес бы вот эти секции и не пытался бы их поставить заново, потому что мне кажется, что на это попросту уйдет очень много времени. Мишель Гатинг в этот момент шла на второй позиции. Женский экипаж продолжал оставаться на втором месте, и сейчас они выходят вперед. Вот он теряет машину, взлетает боком на лежащем полицейском. На самом деле мне показалось, что он как-то очень близко, очень быстро, простите, подходил к этой шикане. Но опять же, хвала современному уровню безопасности в автоспорте, потому что Энрике Чавес самостоятельно выбирается из машины. Ну, конечно, и, скажем так, в стародавние времена бывало такое, что пилот неприятно вылетал бы в порядке, но иногда...